Ученицы 10 класса Осаковской школы София и Кристина в будущем хотят стать учителями. Одна начальных классов, вторая английского языка. Поэтому участие в конкурсе «Здоровая Россия. Общее дело» для них отличная практика и знакомство с профессией. Вместе с еще четырьмя одноклассницами они стали командой волонтеров «Твори добро». Для учащихся родной школы с 1 по 8 классы девчонки проводят познавательные уроки, к которым основательно готовятся. При этом команда уже собрала коллекцию веселых смайликов. Так оценивают деятельность волонтеров в каждом классе. Мне очень нравится это делать. Мне нравится отдача детей, мне нравится, как они это воспринимают. Ну и, соответственно, рассказывать им тоже нравится. Мы очень сдружились за это время, за время участия в проекте. И мы посмотрели очень много вебинаров по ораторскому мастерству. И также мы научились работать с детьми, с аудиторией. Чтобы занятия были эффективными и интересными, девчонки вместе со своим классным руководителем разработали 4 сценария с учетом возрастных особенностей с 1 по 8 класс. Рассказали о здоровье сбережения, вреде табакокурения, влиянии на организм алкоголя и наркотиков. В ходе конкурса волонтеры побывали почти в каждом классе, но заявки на проведение занятий еще есть, поэтому работа продолжится. У нас есть подшефный детский сад. Как только вот сейчас немножечко будет послабление и нас детский сад примет, мы пойдем с программой для малышей в детский сад. И, конечно, предлагаем. А сейчас нам организаторы конкурса уже вышли с новым предложением, то есть разрабатывается второй конкурс, и моим девушкам это интересно, поэтому планируем дальше работать. В Жаворонковской школе над волонтерским проектом в рамках конкурса «Здоровая Россия. Общее дело» трудится креативная команда восьмиклассников под руководством учителя математики и классного руководителя Людмилы Ивановны. В пятом элементе, так называется команда, только мальчишки. Я считаю, что именно мальчикам в нашем классе нужен опыт публичных выступлений. Вот у них, к сожалению, есть небольшая такая, такой страх перед аудиторией. И вот одна из задач, которую тоже решали, это вот умение выступать публично. Ребятам это потребуется. Все занятия ребята делают максимально интерактивными и креативными. Умело сочетают полезную и важную информацию с музыкой и творчеством. Активно используют современные технологии и говорят со школьниками на привычном для них языке. К учащимся 4 А-класса волонтеры пришли с напитками. Полезными и не очень. Рассказали о вреде алкоголя, заставили ребят думать и отвечать на вопросы о здоровом образе жизни и вредных привычках. А затем показали тематический мультфильм. Мне очень понравилось мероприятие. Я поняла, что нельзя употреблять алкоголь, разрушает организм, и мы ведем, так сказать, войну, если мы пьем алкоголь самим собой. Мне понравилось то, что здесь описывается о вреде алкоголя, и если его употреблять, то можно погибнуть от алкоголя. Свои занятия команда «Пятый элемент» провела уже в 8 классах, в среднем звене, сейчас дошли до начальной школы. Но останавливаться на достигнутом мальчишки не собираются. В 10-х, 11-х мы не были, мы еще побаиваемся немножко. Это наш первый опыт, конечно же, мы набираемся. В следующем году мы обязательно пойдем в следующий этап конкурса. Я уверен, тогда у нас уже будут силы, уверенность, мы пойдем к старшеклассникам тоже. Подробнее о деятельности волонтерских отрядов и конкурсе «Здоровая Россия. Общее дело» мы расскажем в программе «Специальный репортаж». Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».